Городам. Остается позади только бетонная плита, станция «Черное дерево», два робких огня и белый мотылек. Он плывет от путей прямо к станции, замирает у порога и исчезает внутри. Темный коридор, за ним комнатка, кровать, низенький столик. На окне плотная зеленая штора. Ходит Лида. Снимает дубленку, оголяя треслой шерстяных платков. За ней Никита. Выключает фонарик на телефоне. Видно, парень городской, столичный, футляр гитарный за спиной. Лида. Принесла нелегко. Никита. Вам не холодно тут? Отопления нет? И такая сказка бывает. Вы извините, ну, то, что ночь. Там не видно, еще связь не ловит. А когда автобус? Под утро. Мужик. Я же могу, да, у вас тут до утра, а? А ты маньяк? Насильник? Не, я студент. Жаль. Ну, садись, что стоишь. У вас холодно тут. Не нравится, иди на улицу. Не, не, норм, я же... Ша, медузы! Молчат. Мне, может, вам денег дать? У меня только налика нет. Иди ты! Ну да. У вас карты нет? Я могу вам сыграть тогда. Я музыкант. Ты, так, музисянт, ты свою ты балаболку заверни в трубчонку, меж лопаток протяни, засунь глубже и держи. Вы стихи любите, да? У меня свои есть. А как вас зовут? Лида. Лида. А я Никита. Пауза. Холодно тут. Ты сам себя-то видел? Откуда такой свалился? Из Москвы. А я думаю, чё одет как проститушка? Или ты из этих? Не-не-не-не, у меня девушка есть. Была. Совсем недавно расстались. Вроде норм жили. А потом она сказала, что я, ну, это, говном занимаюсь. А чем ты занят? Так я же этот вот, музыкант. Я сейчас в приходах играю. Ну, это пока. Знаете, в творческой профессии главное хайпануть чутка, а потом все окей будет. Чайного челика нашел, он мой стартап раскрутит. Пауза. Ты ебобошный? Да вроде нет. Кровненько тут у вас. Мы с Настей, девушкой, снимали студию. Ну, чуть больше, конечно.
Ой, мне сейчас кажется, что она со мной только из-за того, что отец банкир. Почему ты так много трындишь? Да я типа так, разговор поддержать. Вы не разговорчивая, да? Я еще просто, чтобы не мерзну. А печки нет? Дров нет. Штыпсель только завтра при таракане. Штыпсель? Штыпсель. Казачок местный. Папаха-разбойник-геморройник. Казановщик наш. Вот и дровки мент бывший. В отставке сейчас? Да, конечно. Турнули его. По пьянке с ним на Новый год брат поспорил, что от пистолета прикурит. Прикурил на пол лица. Смешно. Это у вас фольклор местный? О, у меня как-то была тема. Вы... Такое чудо на тихий час. А, вы спали? Извините. Я же не спецом. А вот это сторожиха. Сторожиха. Наверное, мало, да, получаете? Хватает. Хорошо. Чё ты мои деньги считаешь? Не, я же просто... А ты не проверка? Кто-то стуканул? Так кто чё наговорил? Нет, я не проверка. Смотри у меня. Проверяющий. А у вас на автике можно карту? Нет. Понятно. Что-нибудь придумай. Пауза. Я с отцом поругался, сбежал. Тут у меня бабушка живет по маминой линии. Устрою сюрприз. Да уж, приздец. Нет, у нас с ней хорошие отношения. Она славная. Я только без подарков. Мама посоветовала. Она пока в Турции отдыхает. Вот. Сказала, чтобы сюда, к ней. Потом приедет, его успокоит. Я-то, может, сказал лишнего. Но папа тоже. Так что мы на равных. Это же не норм. Говорит, что сын срет в кошелек и фигней страдает. Вообще часто что? Но ты уже сам зарабатываешь? Нет. Но это пока. Вы, наверное, тоже. Чё? Ну, первое время не за свои жили. Тебе чё от меня надо, Трендюкин? Да я просто просил. Не садись на уши, или иди на улицу, или иди в пи... Простите. Мне просто правда неудобно как-то. У меня были бы деньги. Я бы знал, что метели все такое. Спонтанно все очень короче. Задолбал. Сами дузы! Это все просто, да, от холода, да. У меня с детства какая-то фигня. Типа от мороза. Руки трескаются, а потом сыплю покрываются, чешутся. Это надо к врачу потом, да? Он скажет, в чем прикол. Вдруг у меня болезнь какая-то. И мне надо быть там, ну, у моря, под солнцем. Или руки спиртом растирать. Холодно. Лида переваливает за спинку кровати, выкатывает мутную колбу. Я не выдержу. Вот тебе отопление. Не-не, я самогон, это неплохо. Ну, извините, блейзеру нету. Они еще существуют? Лида наливает. А. Спасибо. Он на чем? Ну, в смысле, я не отравлюсь? Пей. Я так-то не пью. Ну, мало пью. Меня просто обычно несет, много говорить нечего. Вот на стакан, сейчас отдай! Нет, норм, все, я сдерживаться буду. Молчат. А вы будете? Я тебе не сабутышка. Просто как-то неудобно. Еще раз, пить в одиночестве считается признаком отсюда. Сами дузы! Пауза. Я не понял, так вы будете? Стакашка одна. Ну, вместе можем. Ну, или вы это, из горла. Ты чё думаешь, я совсем алкашка? Из горла хлестать. Я ничего не думаю. Я заметил, придурок. Поднимает колбу, пьет из горла. Вы добрая, иди в пизду. Нет, правда. Совсем незнакомого чела пускать. К нам как-то мужик приходил. Ну, видно, что такой бомжистан. Чё, не пустили? Как незнакомого в квартиру? Вдруг бьет, ограбит или еще что? Не по кресту это. О, уже как-то глупо верить во что-то научное. А ты на своей балалайке тоже по-научному играешь? Ну, по нотке, как по математике. Где весело, где грустно. Короче, все прочитать можно. И стихи по-научному. А там вообще правил ноль. Хотя тоже можно прочитать, чтобы слезы пустить.
Ну и пиндоха играть с твоим неученым. Пусть обоссываются там от грусти. Все святое засрали. Давайте не за веру. Такая тема для общения. А вы музыку не хотите? Достает гитару. Убери. Я петь не буду, нет. Начинает играть. Вы не любите? Нет. Когда-то было дело. Один паренек у нас был. Что за чел? Да бог с ним. Как-то раз так же, как ты, вывалился с поезда. Чел не вываливался? Чё значит чел? Ну как это? Человек? Как бы обрезанный. Кошмар! А чё, евреи Москву захватили? Да нет, вроде. А, эти грёбаные марсиане! Кто? Ну, татари! Они захватили? Ну, в какой-то степени, да. Суки! Почему тот чел-то из поезда выпал? Какой он не чел? И куда он её подал? Ты дурко, что ли? Я мелкой гуляла у рельсов. И спрыгнула с поезда два цигнина. Женщина да мужичок, скольцованный такой, мелкий уродыш, на полторы головы ниже ее. Кричал, матерился, душнил ее. Она расплакалась, положила сверток на шпалку. И они побежали в четыре копыта по путям. Пьет. В свертке мальчик был, но с капелькой. Я его домой принесла, мать поколотила, а потом жили все вместе. С ним только я общалась. Все боялись, проклятым считали. Бледенкин сын. Я ему цветочек подарила, он прикоснулся к нему, и тот помер. Вот он музыку любил. Пьет. Никита играет струнами, останавливается, ждет. Играет струнами, останавливается, ждет. Не пробирай. Сами дузы! У вас крутой фольклор. Я сочиню стихи на песню. Девочка Лида нашла цыганёнка. Заткнись! Чел, ну простите, это типа, чтобы не оскорбить или типа того. Чокнемся, Никита. За что? За любовь к музыке. О, пойдет. Чокаются. У меня друзья, пока не выпьют, тоже приколы не понимают. Вот вы уже стали понимать. Неужели? А есть часы? У меня тело сел, я чтобы автик не пропустил. На черта. Ко мне по утрам мелочь приходит, снег в окно кидает, и проспишь. Они перед школой. Детей любите? Эти мелкие сволочи. Приходят, снег кидают, кричат, Литка, улитка, выходи. А я им, эй, мелкие сволочи, пшли, гады. Но они приходят, молодцы, схватывают. А остальные мрази все, гниды. Я тут дорожки чищу, думаю, как всяк тропку бросить, как удобнее, как интересно повести стараюсь. И что? Ни одна шваль не похвалит, хотя бы спасибо не скажет. Однажды спросила у штыпселя, ну как? А он мне, ну пойдем. Я швырнула чайник, ему вкрючила. Хороший чайник был. Сейчас в сугробе где-то. Чтоб у них у этих у всех жопы сгнили. Спасибо вам. Шами дузы! Вы хорошая. Да заткнись ты. Я напишу песню. Хорошая девочка Лида нашла цыганёнка. Чокнемся. А сейчас? За знакомство. Окей. Чокаются. А вы на самом деле любите поговорить? Чего? Не-не, не в обиду. Типа просто, ну просто, просто так. Смеешься. Да нет, я же просто. Смеешься надо мной, смех учим. Как и все эти. Как и Зинка тоже. Мразь. Смеетесь надо мной. Сидит баба в окопе. А мне по душе. Давно поняла, что из работы дом делать надо. Где лучше, чем дома? Ну, скажи ты, воюшник с большой земли. Там матрас пахнет тобой. Настя духами перед сном брызгала, там все пропало. Зараза! А, Зина, это ваша подруга? Ага, тип вашего бомжика. Приперлась ко мне однажды, дурная девка. Постучалась в дверь, как из ада стучаться в рай. Синюшная дура, мужиком битая. Постучалась соседка, с
Супружеская профилактика. Как будто нет ничего внутри, кроме вен и слез. Я и пустила. Лучшая подружка теперь. И новый мужик у ней. И телевизор плазменный, цветохюр хороший. А ты все в девках, Лида. Пауза. А вы не замужем? Давай на ты. Окей. Я же так, типа, из вежливости. Пауза. Так ты не замужем? Чокнемся? Да немного. Говори, Никита. Чокнемся за любовь. Ага. Чокнемся. Хорошая девочка, Лида, нашла цыганянка, и ты... Чокнемся. Ну же только что. Да, да, да. Ты говоришь, что отец банкир? Ну, типа, да. Я, короче, ну вот поругался с ним, сюда поехал. Я как бы и так, ну, не по-своему делал. Думал, что по художке, а он... Нет. Я и нет. Пошел на юриста, стал на гитаре, вот. И он недоволен, типа, позорил, понимаете? Для большой земли большие проблемы. Ага. Пауза. Это же всегда так, ну, типа, никто не верит. А потом человек стреляет, и все окей становится. Хочешь всех расстрелять? Типа того. Молчат. Пьют. Чё? Мёрзнешь? Ну? Лида достает из-под подушки свиток. На. Только не ухайдакай мне. О, круто. Надевает. Сами вязали. Подожди. Встань. А теперь скажи. Я поеду искать большую землю. Зачем? Просто скажи. Я поеду искать большую землю. Спасибо. Садись, пора чокнуться. За что? Ты мне скажи. За большую землю. Да. Чокнуться. Есть песня? Что-нибудь не рэп? Нет. Ты чё? Надо мной? Не-не, я не за рэп. Так есть песня? Только чтоб на слезу. Ну, есть. Только не знаю. Надо, чтобы у вас тоже. Перебирает струны, играет. Давай придумаем встречу. Заранее скажем друг другу, что можем. Все бросим, все бросим. Прощения попросим, а дальше ты встретишь меня под мостом, будет лето. Возможно, возможно, мы друг друга сорвемся пораньше. Я не справляюсь с тоской по тебе не справляюсь с тоской. Любишь эту Настю все еще? Да не, уже. А кого-нибудь другого? Нет, вроде. Оно и слышно. Я не справляюсь, поскольку тебе... Понравилось? Твое? Не, мое вам не зайдет. Ну, не хочи. Хорошая девочка Лида. Ша-медузы! Что значит ша-медузы? Будь тихим, как медуза. Умеешь заткнуться. А-а-а. Тепло. Да, здорово, твой свитер. Не забудь отдать. Я не забуду. Вот и не забывай. Я же говорю, что вы добрый. Ага, давай, подлизывай. Я вроде искренне. Любишь искренность, люби и лесть. Пьют. Вот ты, человек. Чел, да? Чел с большой земли. В жизнь свою мелькую видел, чтобы как будто звезда одна... Как на кусок солнца похоже. Звезды умерли. Что? Что ты сказал? Зачем ты это сказал? Ну, звезды. Это типа от них старый свет же, там, на несколько тысяч лет. Ша, медузы! Извините. Прости, если что не так сказал. Это мой фейл, короче. Я все пытаюсь разгадать твой шифр. Это ты с каким-то намеком? Каким намеком? Знаю. Я тут.
одинокая женщина. Вокруг метель. Не-не, я без этого. Жаль. А почему нет? Ты чё, в меня влюбиться бы не мог? Ну... Лида встает, достает из-под кровати сверток в горошек. Встряхивает, стягивает с себя платки. Отвернись. Никита отворачивается, молчание. Вертай головой. Никита поворачивается. Перед ним, распустив волосы, стоит Лида в белом платье в черный горох. На кровати гора платков, спортивки. Вы не замерзнете? Почему вы-то? Нельзя? А? Нельзя? Чего молчишь? Сколько дашь? Не знаю. Ну, может, 47. Ну, они больше 55, вот. Молчание! Взял вещи и пошел! Окей, 43. Пшел вон, сказала! Не-не, я фишку с детьми просек, не пойму. Говна! Мне 38 лет, скотина! Пшел отсюда, я сейчас пасть порву! Я понял, что у вас, да? Нет. Пшел, зараза! Хватает платок, бьет Никиту. Лида, успокойся, ты же хороший. Раздявил тут гандон, скотина! Лида, вы же хороший. Закрой сородельник поганый, закрой, закрой, закрой! Закрой, 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 закрой! Лида, прости меня. Лида, я же случайно так. В тебе возрасте ничего не понимаю. Ага. Вот ты сейчас вблизи, как будто на 33. Как у Христа? Типа того. Гандон. Не надо. Берет гитару. Я напишу. Играет. Хорошая девочка, Лида нашла цыганенка. На платье синего ситца расцветали. Откуда ты знаешь? А? Ну, про платье. Ты знаешь? Ты? Это же ты... Переваливает за спинку кровати, вытаскивает коробку, сдувает пыль, открывает, достает куклу. Вот, видишь, это я сама ей платье от кусочка своего. Красиво. Это с детства? Да. Мама купила, я попросила, потому что на меня похоже. Ее тоже Лида зовут. Вон у нее один глаз не закрывается. Ее положишь... А веки должны опускаться, она спать должна. Что-то сломалось, приходится ей опускать, как покойнику. Вот. Мама купила, я играла. Топ-топ-топ-топ. В садике, в школе в нем. По двору бегала, кричала. А я поеду в Маркву. Поеду в Маркву. Смеется. Я так говорила. Дура тупая. Пауза. Ты же вернешься туда. Ну, наверное. Я не думаю, что здесь надолго. Возьми ее. Давай я тебе подарю ее. Ты возьми ее и вези туда, в Маркову. Пусть там, по улицам, по большой земле. Пусть там все. Возьмешь? Если хочешь. Хочу, хочу, хочу. Забери ее. Посмотри, она у меня с садика такая вот. Совсем не выросли, не на капелюшечку. Еще в школу не пошла, не работает. Еще денежку не считает. Не видела она этого. Не видела она еще любовь свою с черными волосиками. Не заметила еще нос на капле от солнца отколовшуюся. Никогда еще ни цвета кожи мандарина, ни глаз изменчивых от света. Не узнала мечту его. Как будет хотеть он найти большую землю. Как будет искать и возвращаться, как будет бледнеть кожа и тень его размываться. Как потом плюнет он и захочет вернуться к солнцу, а любовь у псов дворовых оставит. Как голос его прокуренный, но звонкий, сгинет под шумом поезда. Молчание. Заберись с собой. Ага. Я напишу песню, Лида.
Пауза. Правда? Да. Я напишу и спецом приеду и спою ее. Я из нее даже хит сделаю, чтобы даже здесь играл. Пусть поспит. Кладет куклу на подушку, укрывает. Это не так уж сложно будет. Я даже у отца попробую денег взять, но я потом верну. Хорошо. Ты тогда только напиши так, чтобы Зинка поплакала. Чтобы я там в песне как будто умирала. Чтобы я к ней пришла, а она перед своей странной плазмой рыдала. А я, ха, дура тупая, над кем плачешь, идиотка, надо мной плачешь, сучка, а у меня все хорошо. По правде, вот же она я же, а у меня-то все хорошо. Напишешь так? Ага. Пауза. А может ты не... В окно прилетел снежок. Лида подошла, отодвинула штору, солнце ударило. Крики. Эй, Лидка! Шами, друзы! Шлемон, сволочи мелкие! Кричат. Лидка, улитка, выходи! А по сапатку? А по сапатку? Ей в лицо прилетает снежок, она садится, растирает снег, смеется и плачет. Уже, а? Сволочи мелкие! Гниды. Больно? Сволочи! Вы молодец, Лида. Заткнись. Ты хорошая девочка, Лида. Лида молчит, встает. Утро. Собирай манатки. Автобус скоро. Не забудь только... Ага. Никита стягивает кофту, бросает на подушку. Выходит. Солнце по сугробам. Ну что, пока? Иди давай. Он разворачивается, идет. Лида, держась за дверной косяк. Эй, Никита! Никита разворачивается. Жди. Убегает в комнатку, достает две купюры из наволочки, кладет на свитер, сворачивает. Выбегает. Никита стоит с чайником в руке. Он тут, в сугробе. Лида берет чайник, отдает сверток. Мерзни, дура. Никита улыбается. Ну все, автобус это. Он там уже. Давай, иди. Чё стоишь? Пиздуй, пиздуй! Я напишу, Лида. Я обязательно напишу. Иди, пока я чайником в морду не пустила. Иди. Никита уходит. Лида машет ему вслед. Исчез. Она, зачерпывая чайником снег, заходит в комнатку свою. Дети уже не кричат. Автобус ушел. Ставит чайник на стол. Замирает. Подходит к кровати, проводит по лицу рукой, опускает кухню веки. Идет к окну, тянет штору. Темно. Ноябрь 2020 года.